Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. YouTube рулит, и есть у меня идея сделать полный курс по AdSense и рекламе в YouTube. Но пока что-то более приземленное, а именно субтитры. Нам нужна творческая студия и видео. Вообще закладка «Субтитры» есть и в творческой студии, и здесь в информации о ролике. Но для того, чтобы загрузить субтитры, нам нужно перейти в другие параметры, и тут есть еще одни субтитры. Что касается загрузить субтитры и так далее. При том, что тема эта вроде узкая, с субтитрами работают по-разному в разное время в разных местах. Я постараюсь рассказать максимально полно обо всем. Если ролик уже на канале, субтитры можно добавить только отсюда. В 99% случаев у вас субтитры без временных кодов. Просто текст. Continue. Находите текст. Добавляете текст. Он понимает много форматов, но у меня, кстати, он почему-то не понял Microsoft Word. При этом он прекрасно загрузил ODT от OpenOffice. Чтобы не сомневаться, наверное, лучше просто скормить ему TXT. Понятно, что текст должен быть полным слово в слово. И сохранить. Вот он пишет, что создает временные коды. Делает он это долго, у меня, по-моему, часа два. Ну, то есть он сейчас совмещает текст с реальным звуком. На выходе получается такая история. Вот ролик, в который я добавил текст несколько часов назад. Как раз, кстати, ODT. В данном случае нам нужна закладка «Субтитры». Тут есть автоматические субтитры, о них мы поговорим позже, и добавленные мной. Заходим в «Добавленные» и проверяем, что он добавил. Ну да, наш текст с заглавными и строчными и со знаками препинания. Опубликуем. Все. Можно еще раз перепроверить. Да, выглядит все очень хорошо, просто как в импортном кине. Также, если у вас есть расшифровки, можно добавлять субтитры сразу при загрузке видео. Вот здесь, если открыть другие параметры, появляется возможность загрузить субтитры. Дальше все то же самое, что я уже показал. Но это в том случае, если у вас есть текст расшифровки, а это, согласитесь, случается не всегда. Если нет, можно зайти в автоматические субтитры и подредактировать их. Дело в том, что гугловская нейросеть на лету переводит голос в текст и добавляет в виде субтитров к видео. Но качество, конечно, этого перевода далеко не идеальное. Однако, если пройтись по тексту и исправить все ошибки, получается быстрее, чем расшифровывать текст с нуля. Хотя кому как удобнее и у кого какая скорость машинописи. После редактирования субтитры нужно опубликовать. Проверим. Да, все подхватил, все отлично. Так, и последний вариант. Не знаю, насколько лучше из всего возможного, но мне он точно нравится своей технологичностью. Если есть нейросети, почему бы их не использовать? Если, кстати, в творческой студии заглянуть в субтитры, мы увидим, в каких роликах есть дозагруженные субтитры, а в каких только автоматические. Все, что 2 и более, это значит, что есть дозагруженные субтитры. А мы возьмем любой ролик с автоматическими и скачаем из него субтитры. Он качает в формате CBV. Нам это не важно, нам важно, что он открывает этот файл кнопкой F4, то есть правка. Из проводника Windows это правая кнопка мыши и открыть с помощью блокнота. И перед нами текст субтитров с тайм-кодами, которые мы можем спокойно редактировать. Если вы поработаете в YouTube с редактурой, вы поймете, что редактировать в блокноте в разы удобнее. И после редактуры мы сохраняем файл и вновь добавляем его в видео. Но уже в отредактированном виде и на этот раз с временными кодами. Добавили, сохранили. И вроде как все идеально, вот он показывает наши новые субтитры со всеми знаками препинания. И время на редактуру мы потратили немного, так как нейросеть всю черновую работу сделала за нас. Но при запуске видео мы получаем такую картину. Одни субтитры накладываются на другие. Я не знаю, что это, какой-то сбой. Возможно, Google это скоро устранит, не знаю. Я нашел такой выход. После добавления нужно зайти в субтитры. На всякий случай можно удалить предыдущую автоматическую версию. Тут я ее уже удалил. И зайти в редактирование субтитров. Что-то там подредактировать, неважно что, можно какую-нибудь запятую поставить, достаточно любого действия. Это просто у меня тут что-то сбилось, пришлось долго копаться. Но если вы измените одну запятую и нажмете «Опубликовать изменения», получите на выходе идеальные субтитры без каких бы то ни было косяков.
Пользователь Копамото написал в комментариях под предыдущим видео про YouTube: «Годнота пошла». То есть в переводе: наконец-то сняли что-то приличное. Спасибо, будем продолжать. Все, любите друг друга и не проводите много времени в YouTube. Реальность куда интереснее. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий. Thank you.